Київ інтерактив зі Світланою Василенко Вітання усім, хто налаштувався на Київ 98FM, Хто увімкнув зараз наш Ютуб канал Київ 98FM. Вся інформація тут. Ми в ефірі з 21.30, Як ви про це пам'ятаєте? Так що залишайтеся з нами, а ми розкажемо вам багато усього цікавого сьогодні. Тема нашої розмови це. Алергія досить актуальна. Вона не тільки у весняний і літній період, як дуже багато людей каже. Вона актуальна і в зимовий період, особливо у той період, коли не завжди є хороше чисте повітря, і не завжди ми маємо можливість не захищати своє обличчя маскою. Але про це ми поговоримо з моєю сьогоднішньою гостею. У мене сьогодні лікар-алерголог у гостях Марина Борисюк. Я вітаю вас. Добрий вечір. Медичний центр алерголог, куди ви можете можете звернутися, тому що є два, дві філії. Якщо вам потрібен лівий берег, Харківське шосе 56, якщо вам потрібен Правий берег вулиця В'ячеслава Чорновола, 25, і записуйте контакт 567 34 97. 567 34 97, код Києва 044. Я вітаю вас у цій студії. І Я... чи правда що алергія це не тільки в період, як ми звикли там цвітіння або зростання чогось? Зимовый период. А, да, аллергии. да, конечно, бывают аллергии, так мы называем их круглогодичные аллергии. Конечно же, на первом месте это шерсть животных. Коты, собаки, кролики, лошади, да, сейчас тоже очень популярна поездка на лошадях, поэтому, к сожалению, шерсть этих животных, и не только шерсть, но и слюна, и экскременты могут вызывать сильные аллергические реакции. Сразу скажу, что есть последние данные, очень интересные, между, вот, по поводу собак очень часто приходят к нам пациенты и говорят, можно мы возьмем собак гипоаллергенных, та, у которых мало шерсти, например. А например, честные это? такие собаки? А, к сожалению, нет. Конечно же, степень а, ворсистости животных, да, она, конечно, влияет. То есть, понятно, если собака большая, у нее много шерсти, то эта шерсть, конечно, будет по всей квартире. Или маленькая собачка, которая там короткошерстная, да, шерсти будет чуть меньше. Но ну, не значит, что не будет аллергической реакции. Есть белок, белок, относящийся к семейству собаки, и на него возникает аллергическая реакция. Но что интересно, на самцов собак... К сожалению, аллергии бывают больше, чем на девочек. Поэтому, если, если вы хотите завести собачку, и у вас такая, ну, вот, например, сделали тесты, да, сейчас очень много к нам приходят папы, мамы, мы хотим завести собачку, но не хотим потом ее убирать, это правильный подход, да, что ребенок аллергик, ну, на травы, например, да, нет ли аллергии на собаки. Сомнительная реакция, да, скажем, там, первый класс, то есть вообще четыре класса аллергии, то есть первый самый низкий, четвертый самый высокий. первый класс аллергии мы говорим, тогда заведите девочку тогда потому что в меньше шансе что в экскремент вернее даже не вкр экспериментах а мужские половые органы собак содержат дополнительный аллерген который влияет на развитие более сильной аллергической реакции каво а чтодо лысых кутюк Вот мне завжди было интересно, чьи на них аллергическая реакция у аллергики. Ну, конечно, кот в отличие от собаки, хотя собаки тоже э, лежат своих хозяев. У меня две собаки, поэтому я это точно знаю. Э, коты, конечно же, да, живут с хозяевом ну, вот в большей степени. они, э, они с нами спят. Мы их там гладим, да, и поэтому в любом случае они нас лижут, они лежат сами себя. В слюне котов находится аллерген. А сверху на поверхности перхоть, эпителий, вне зависимости, есть шерсть или нет, тоже аллергеном является. И поэтому, конечно, лысые коты, к сожалению, тоже могут вызывать аллергическую реакцию. А че, может быть, такая ситуация, что у детей при рождении, там, ироков до трех... 3... Жила з ними тваринка, котик чи собачка, і не було алергії. І раптом у 4 роки у дитини почала проявлятися алергія на котика чи собачку. Чи можливо таке? Да, такое возможно. При этом ми не гаворім, що алергії не було на кота і собаку однозначно, просто вона не проявлялась. добавился какой-то фактор дополнительный. Что это может быть в еде? Может быть, какие-то травы начали цвести, да, на которые стала реагировать иммунная система ребенка. Возможно, ребенок не знаю, подушки, на которых он спит, накопились клещи домашней пыли. Дополнительные моменты, которые запускают аллергическую реакцию, называются научным языком триггеры. То есть есть какой-то пусковой момент, и аллергия, которая была такая, знаете, вот ну, минимальная, вялотекущая, она проявилась в большей степени. Есть другой фактор. Наоборот, сейчас очень много статей иностранных говорит о том, что если у человека есть аллергия на кота и на собаку, ну, скажем, аллергия средней степени ну, тяжести, да, то есть не проявляется удушьем, конечно же, проявляется насморком, возможно, да, чиханием и так далее. И если человек, ребенок или взрослый с ними живет постоянно, то таким образом происходит лечение. А то по потихонечку, да, по -по потихонечку, да, вот эти вот аллергены, да, и организм не начинает привыкать, и аллергическая реакция пропадает. Интересно. А це до чего я веду? от приводу аллергия, которая проявляется? Адже есть очевидные и неочевидные проявы аллергии. Какие да. они? Очевидные, мы там знаем, начинают текти очи, начинает текти низ обсыпает. А неочевидные? Я скажу вам даже больше, что очевидные признаки аллергии очень часто путают с респираторными заболеваниями. Понятно, сейчас коронавирусом мы все страшно боимся, да, когда у нас закладывает нос. Но раньше, особенно весной, очень часто люди пропускали моменты, что у них есть аллергия. То есть весна, э, насморк, э, чихание, да, рейс в глазах, какой-то период, он говорит, боже мой, я так долго в этом сезоне болею, да, целый март месяц. Потом март проходит, он выздоравливает, как он говорит, да, все прекрасно. На самом деле у него была аллергия на деревья, как потом оказывается да и когда такие пациенты все-таки понимают, что что-то не то, они там активно э, ведут хороший образ жизни, принимают витамины, но каждый март месяц у них возникает вот такое длительное, как они говорят, ОРВИ, да? Они приходят к аллергологу и оказывается, что у них аллергическая реакция на деревья. Поэтому с марта месяца все, кто страдает, возможно, аллергией на деревья, будьте уже готовы. Думаю, что март будет теплым и Не бежите сдавать тест на коронавирус. Да, не бегите сдавать тест на коронавирус, совершенно верно. Придите к аллергологу. І ми зможемо вам А От щодо неочевидних є якісь неочевидні прояви алергії, коли людина все своє життя проживає, воно в неї там з'являється щось. А вона думає, що це там, ну не знаю, лишай можливо, якщо це прояв на шкірі. Вона йде до дерматолога, або ще якісь прояви, які не є очевидними. і Не можна сказати, о, ти алергік. лишая не перепутается аллергией, лишай все-таки более локализованное это пятно которое могут увеличиться в размерах и обычно люди замечают что на теле появилось что-то не характерными проявлениями аллергии что может быть может быть, периодически сухой кашель. Вот вы меня слышите сейчас. Я думаю, что, наверное, у меня на что-то возможно, да, аллергическая реакция. Не знаю на что. Но вот першение в горле и с, э, нарушение вот, звучания голоса, да, это может быть тоже проявление аллергической реакции. Периодически эм, новое помещение. Опять-таки, <coughs> поездка в какие-то отели, другие, да, или там за город. Кондиционер. Можно Кондиционер однозначно совершенно. В кондиционере есть грибок который, представляете, мы включаем кондиционер, вот после, например, зимы, и мы его не почистили. И этот грибок вы разлетается по всей квартире, по транспорту, да, по всей машине, если в машине кондиционер. И мы этим прекрасно дышим. И на гри грибки вот является, вторы, занимает второе место сейчас даже по развитию аллергической реакции вот такой круглогодичной. На паршу мупы на, на первом э, шерсть, домашний, шерсть домашних животных и Пылевые клещи, да, клещи домашней пыли. До речи, у дорослому видите может дебютовать аллергия? Конечно. Мы сейчас наблюдаем очень много пациентов, которые уже во взрослом возрасте приходят к нам с первичными проявлениями типичной классической аллергической реакции на это влияет все, что хотите, да, а, безусловно, прием антибиотиков, которые не дозированы совершенно и да и а, изменяется иммунная система. Наша. Это то, что называется медикаментозная аллергия? Нет, нет? Не, не обязательно. То есть человек может зимой переболеть каким-то воспалительным заболеванием, ему были назначены курс антибиотиков, и после этого у него появилась аллергия на травы. То есть он летом начал чихать активно, даже так, что у него мешает нормальному образу жизни, да, то есть это слезотечение из носа, капает и человек не может нормально общаться просто даже с людьми э, спрашиваем что случилось то есть раньше не было никогда не было до да? родители не аллергики <coughs> да пропил курс антибиотиков там достаточно длительный поменялась иммунная система потому что аллергия же в принципе это наш ответ нашей системы иммунной которая должна нас защищать когда она меняется под воздействием вирусов, бактерий, антибиотиков, лекарственных препаратов, соответственно, ее ответ может меняться. Поэтому аллергическая реакция может быть уже в хорошем, таком, ну, взрослом возрасте проявляться первично. До речі, в интернетах пишут, что за останні там 20-30 років людей, які страждають на аллергию, стало больше. Чи правда це? Конечно, мы живем в в, в в урбанизации полной, да. Питание, которое мы кушаем, добавление различных пищевых каких-то компонентов, которые стабилизируют продукты питания. Опять-таки, повторюсь, антибиотикотерапия, которая в нашей стране не без назначения врача, да. И сейчас антибиотиками лечат буквально все совершенно. Конечно, все это меняет нашу иммунную систему и, безусловно, количество людей увеличивается. Говорят, что аллергия – это пандемия 21 века, я думаю, что, к сожалению, через несколько десятилетий каждый третий будет в большей или меньшей степени страдать аллергической реакции Ч можна профилактуватата аллергию М М да по есть такие моменты, сейчас опять-таки европейские ученые приходят к этому уже с научной доказательной точки зрения, когда рождается ребенок, любая мама ограждает максимально его от всех внешних факторов, да, то есть мы там кипятим воду, ну, во всяком случае, раньше, когда купали ребенка, ребенок наш совершенно стерильный, мы гладим одежду, когда ему одеваем, Маленькому мы убираем желательно всех животных но ну, есть конечно семьи где есть собаки и коты вместе с животными но, но в основном все-таки это э, реже да то есть ребенка отдельная комната прекрасное белье там все чисто все прям стерильно руки вытираем спиртовыми салфетками особенно сейчас да когда мы все прям стерильные невозможно э, иммунная система в недоумении, да, она говорит, я должна кого-то что-то, от чего-то защищать, да, а защищать, собственно говоря, не ни, 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 ни от чего. И поэтому начинают реагировать на самые обычные вещи, на морковку, на подушку, да, э, там, на, на собаку вдруг, которая там не должна была быть аллергия, но вот она появилась, собака, и начала аллергическая реакция. Профилактика какая? Не бойтесь заводить домашних животных, не бойтесь отдавать ребенка бабушке. Не бойтесь, когда ваш ребенок копается в песочнике. Дайте ему возможность, ну, все понятно, в дозированных мерах, конечно, да, Ну, якби сьогодні спитати, можливо, що імунної системи нашій защиті проявляти. І тоді, коли ви будете брокколі, у него не знаю, я нагадаю нашим слухачам, я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо про алергію. Марина Борисюк, лікар-алерголог, медичний центр. Алерголог сьогодні у нас у гостях. Ми говоримо про особливості алергії зараз. Якщо вам необхідно протестувати себе, дізнатися, чи справді. Те, що у вас проявляється раз на якийсь період чи постійно це алергія протестувати своїх дітей, допомогти своїм дітям. А ми поговоримо, як зараз можна практично назавжди позбутися проявів алергії. Медичний центр алерголог це Харківське шосе 56, або ж вулиця В'ячеслава Чорновола, 25. Запишіть контакт 567 34 97 567 34 97. Ми продовжуємо нашу розмову. І власне, я знаю, що сучасні медичні медичні технології і сучасні медичні процеси допомагають людям позбутися алергії, принаймні її проявів. Да, совершенно верно. Сейчас лечение есть. Оно, кстати, уже давно очень, то есть даже там не десятки уже лет, наверное, находится и в Украине, и в бывшем Советском Союзе. Просто сейчас это более активно, потому что это, опять-таки, доказательная медицина на высочайшем уровне молекулярной диагностики предварительно называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это вот, помните, я говорила чуть-чуть раньше, что если живет с вами собака, то, возможно, да, вот эти аллергены собаки при длительном Нахождение рядом помогут человеку избавиться от аллергии на собак. Это, как говорят, все зависит от дозы. Так оно может да. и быть и может быть наверное, Совершенно верно. Вот эти лечения направлены точно так же. То есть лечат ну, подобное подобным, что ли. То есть вы вначале, конечно же, нужно выяснить обязательно точно, на что у человека аллергия. Может быть аллергия на травы, может быть на деревья, может быть комплексная аллергическая реакция и на травы, и на деревья. И врач определяет, что первично, потому что все таки лечение может быть на комплекс трав или на комплекс деревьев, но не может быть одновременно и на кота, и на травы, скажем так. То есть по очереди это может быть. И так выясняют при помощи диагностики. Сейчас диагностика по крови очень точно называется. Это молекулярная диагностика аллергии. И назначают такое лечение. Лечение длительное. Оно длится около трех лет. И организм человека, ребенка или взрослого, вводят микродозы того аллергена, на который есть реакция. Введение может быть или могут быть таблетки, или могут быть уколы в руку, или могут быть спреи, которые брызгаются под язык. Но смысл один и тот же. Микродозы аллергена вводятся в организм человека и постепенно приучают иммунную систему, что это не враг, не чужое, и на него не нужно так бурно реагировать. И таким образом мы достигаем прекрасные, врачи говорят слово такое умное, ремиссии, да, ну, как бы выздоровления. Мы не, никогда врач-аллерголог, конечно же, не скажет, что это выздоровление на всю оставшуюся жизнь. Мы все индивидуумы, мы живем в разных странах, да, и в, ну, в разных территориях с разными условиями, но, в принципе, до 10-15 лет прекрасное улучшение состояния гарантируется данным лечением. Коли пацієнт вибирає для себе таке лікування, що йому необхідно принести до медичного центру алерголог попередню свою історію хвороби чи прийти просто і у вас всі необхідні аналізи і всі необхідні обстеження, тому що я знаю, що лікування алергії це не тільки лікар-алерголог, тут включаються дуже багато це профільних навірно. спеціалістів. ну, у человека должно быть желание, стойкое желание избавиться от аллергии. Это касается особенно тех, кто страдает аллергией в летний период, потому что когда лето, весна, человеку плохо, он бежит к доктору и говорит, доктор, помогите. Мы ему говорим, конечно, мы поможем, но ваше лечение начнется только зимой, когда ничего не цветет. А зимой уже все хорошо. То есть у него нет аллергии, у него не чешется нос, да, и, конечно, лечение, к сожалению, не дешевое, да, и поэтому, конечно, момент откладывания начала Лечение очень часто бывает у людей. Но должна сказать таким людям, что, к сожалению, аллергия никуда не денется, особенно на вот, травы и на деревья. Она будет с каждым годом нарастать. И если раньше это были только чихание, нос, да какие-то проявления на глаза чесались, то со временем это может быть одышка и может быть проявление вплоть до бронхиальной астмы развития. Поэтому хочу предупредить таких пациентов, что, пожалуйста, если у вас летом есть аллергия, все-таки задумайтесь и придите к врачу. Ничего не нужно с собой иметь приходит к нам, у нас полностью замкнутый цикл обследования и назначения лечения. То есть сначала смотрит врач, назначает ряд анализов для того, чтобы понять, на что аллергическая реакция. Без анализов невозможно понять, на что аллергия. Сразу хочу об этом сказать. И когда сделаны анализы, мы дальше смотрим, готов ли человек к этому лечению приступить. То есть, как вы говорили правильно, подключаются параллельные специалисты. Возможно, это будет гастроэнтеролог, если есть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Обязательно кардиолог смотрит. да, все ли хорошо, імунолог, е, нормальна ли імунна система працює для того, щоб її активізувати, її переучувати в от этим ліченні. І тоді вже починається лічення. Ну, власне, останній рік. Ми живемо у стані ковідному, коронавірусному і масочний режим і ось ці санітайзери. Ми вже якось з вами говорили про те, як на наше тіло впливають усі ті санітайзери, перчатки, рукавички, які ми одягали, ну зараз що менше, але санітайзери залишилися. і зараз е останній місяць з'явилося забагато інформації про те, що маски можуть стати причиною алергії. Разом з тим з'являється інформація про те, що ні, алергікам навпаки стало легше, тому що вони себе захистили від якихось е е запахів, білків, які можуть викликати у них алергію. Де правда посередині. А, правда, да, в середине, получается, посередине. А, какие есть моменты? Все, что касается ношения маски. <coughs> а, конечно же... Маску лучше носить медицинскую. Да? Сейчас, сейчас огромное количество масок красивых со стразами, с кружевами, которые мы носим очень часто, не знаю, там, стираем их или нет, но тем не менее, маска должна быть медицинской и должна меняться каждые 4 часа. Почему? Потому что в любом случае мы дышим, да, когда у нас маска одета, и мы создаем определенного рода э, прекрасную среду для развития бактерий и каких-то грибков, может быть, да, для развития собственной инфекции, потому что дыхание теплое, активизм процессы вот кровоснабжения в районе щеки лица и губ и соответственно какие-то инфекционные моменты могут быть активными все что касается проявления аллергии это не аллергия чаще всего это контактный дерматит контактный дерматит связан именно с теми тканями из которых сделана маска вот на медицинскую ткань меньше всего возникает контактный дерматит и больше всего их возникает на ткани, которые сделаны, ну то есть маски уже, скажем, не медицинские. что касаемо санитайзеров да, к сожалению санитайзеры некачественные санитайзеры могут вызвать контактный тоже контактный дерматит и аллергическую реакцию на, на руках да, то есть местную аллергическую реакцию особенно это было в начале периода ковидной инфекции когда санитайзеров не хватало люди самостоятельно делали им магазины я знаю очень часто знаете делали некачественные какие то пользовались этими долывал еще ну, налывали Но сейчас, слава богу, все это уже, так сказать, поставлено на нормальный уровень, мы в каждой аптеке можем купить качественный санитайзер, поэтому контактных дерматитов по этому поводу стало меньше. Что есть интересного по поводу аллергии ковида? Хороший момент, если так можно выразиться, что люди, которые страдают бронхиальной астмой, вызванные в том числе аллергической реакцией, в меньшей степени подвержены заболеванию ковидной инфекцией. А, да, это уже тоже доказано было сейчас уже. Пока они, сдаётся, поремались этим наибольше. Да, здається, да. Тому, да что... Потому что, конечно же, мы все слышали, что пневмония является да главным фактором, который, к сожалению, приводит к летальности. И люди, которые ну, постоянно ходили с лечением, да, вы знаете, что бронхиальная астма тяжелое заболевание, человек ходит с баллончиком постоянно лекарственным и дышит и. Так вот оказалось, что эти люди по статистике, вначале была статистика да по летальности, что были минимальное количество людей астматиков В тих, хто, к сожалению, да, вот не перенесли ковідну інфекцію. І потім оказалось, що не буду вдаватися в медицинські подробності, але рецептори, на які може садитися вірус, заняті вже алергічними компонентами. Це таке щось ходило і про те, що у людини, у якої є герпес першого типу, то найпопулярніший, що мовляв теж коронавірусу, а точніше COVID-19 дуже не подобається. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, нагадаю нашим. Ча, ми сьогодні говорили про алергію, і ви можете нас дивитися на youtube каналі Київ Kyiv98FM, Коли вам зручно переглядати, занотовувати на Київ 98 fm Ви нас слухаєте о 21.30. Це проєкт Київ Інтерактів. Мене звати Світлана Василенко. Сьогодні у мене у гостях лікар-алерголог Марина Борисюк і медичний центр алерголог, куди ви можете звернутися для повного циклу обстеження і лікування від алергії. Харківське шосе 56, вулиця В'ячеслава. Чорновола 25 і записатися можна 567 34 97 567 34 97 код Києва 044. Обов'язково почуємося. Дивіться, ставте, як зараз модно казати, пальчики вгору, пишіть свої коментарі і пишіть також кого б ви хотіли бачити у гостях. До побачення. Київ Інтерактив зі Світланою Василенко.